Доброе утро! У нас сегодня новый влог. Мы с Федей лежим на коврике нашим любимым. Федя тренируется. Уже тот с дугами немного неудобный, но пока он не переворачивается, в принципе, я его туда еще кладу. Но подумываю или продать, или убрать дуги, просто чтобы он тогда уже этими игрушками игрался. Вот. Но в планах у меня продавать вместе два коврика, поэтому я думаю, что я и правда дуги уберу и положу на пол. Поехали. А мы сейчас идем в бассейн. И Федя уже сидит в таком прогулочном блоке. Полусидячим под 45 градусов. Вроде ему нравится, потому что той ванночке, как я ее называю, он уже не хочет лежать, ему интересно смотреть. А вот полусидя ему очень нравится. Ну, сначала он, конечно, сопротивляется. Я думаю, через недельку уже будет хорошо. Мишка? Так ты Мишка. Да, Федя? Бассейн идем. Мы пришли в бассейн. Да, Федя? Вот такие у нас вопросы для плавания. С Дори в этот раз. Что там такое, лампочка, да? И на всякий случай я беру еще один. Тут у меня памперсы и влажные салфетки еще лежат. Полотенце. Папочки. И Федю. Маски. У нас пошел дождь, и я хочу запечатлеть это для семейного архива. Федя первый раз в дождевике. Он немножко в шоке, что на него нацепили какой-то пакет. Но это, черт возьми, безумно удобно. А я такая вот вся не накрашена. Я вообще что как-то вышла и даже забыла, что как бы нужно немножко подкрасить как бы брови. Вот, но мы зашли в Сбербанк, забрали карточку МИР для выплаты. Сейчас идем домой. Вот. Эта дорога домой будет считаться сегодняшней прогулкой, потому что дождь весь день идет. Может, посидим там на лавочке у дома, возьму кофеек, чуть посидим и пойдем домой. Сегодня без прогулки такой. Щупает. Так, сейчас будет распаковочка, что я заказала на аптека.ру. Вот, смотри. Там рядом с бассейном доставка, поэтому я зашла и забрала. Поехали. Комплевит мамы я взяла сразу, 60 таблеток. Нурофен детский с клубничным вкусом. Для зубов. Дальше, как вы помните, у меня защемило шею. И я купила себе вот такие Вольтерен пластыри согревающие, их тут два. Я думаю, что я их подрежу, их будет 4. Потом Нурофен это для себя, потому что ты когда кормишь, я почитала, что его можно пить при кормлении грудью. Заказала вот такой вот гель для зубов, тоже в Феде. Детский, в составе в нем только травы. Посмотрим, будет помогать или нет. И детская морская соль у нас закончилась для ванны с первых дней. Взяла вот Baby Line. Первый раз попробовать. До этого брала другую, но ее не было в наличии. Общий чек 1300 вышло. Это еще с моей скидкой 7%. Лежим с Федей, на коврике занимаемся. Федя пытается съесть попугайчика. Хочу вам показать такую штуку классную. Это прорезыватель, он с 3 месяцев. Он вот такой вот тоненький, фирма Pigeon. Я посмотрела, на Валберсе продается, оставлю ссылку в описании.
Вот Федя его так протягивает, он своими маленькими пальчиками вот так вот кулачок захватывает и тянет в рот. Вообще очень удобно, чем вот эта штучка, потому что тут, видите, очень широкий, ну, широкая вот эта вот сторона, за которую нужно брать руку. И плюс у него мизинец, он не помещается, у меня всего два пальца помещается, у него три получается, и неудобно ему брать. Наверное, это для чуть постарше. 4 сантиметра написано. Не знаю, может, для 4 месяцев. Но как погремушка, ему нравится она. Федю. Федю. Же подписывайтесь, ставьте лайки. Ладно, будем дальше заниматься. Кстати, вот этот бодик мы купили на Авито. Такой полосатый Тэчендэм. Потом вот такой вот слипик. Он такого плюшевого материала. 74-й. Вот он на стирку. Вот такой вот комбинезон. Не помню, показывала или нет. По-моему, показывала. Вот его как раз сейчас носить. Он такой тепленький. Так что у нас нет никакого атопического дерматита или еще чего-то, поэтому мы можем такое носить. Можем такое носить, да? Все вещи очень качественные. Вот без пятнышек, без всего. Вот это наши носки гаповские. Классно подходит этот слип. Ой, бодик. Следы Фенилова. Молочка. Да? Гули-гу. Гули-гу. Гу. А я сейчас перед сном села немножко повышивать. Вот что у меня получается. А вот такая картинка будет. Можно, кстати, ее повесить куда-нибудь. Материнский берег. Не знаю, так захотелось, давно смотрела на нее. И знаете, что самое необычное, что здесь не канва, а вот эта вот штучка, канва сама, она пластмассовая. А обычно она тканевая. Мои мальчишки уже легли спать и... Я тоже собираюсь. Стиральная машинка, как всегда, стирает. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте поставить палец вверх. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Мне будет очень приятно. И через 2 недели... А, даже через 1,5 недели у меня день рождения. И я хочу, чтобы... такой был подарок, как 1000 подписчиков. Я буду очень этому рада. Спасибо большое за просмотр. И пока-пока.